Привет всем зрителям канала Мылоопт. Сегодня мы с вами научимся делать 100% натуральный скраб для тела исключительно на натуральных ингредиентах. Для этого нам понадобится нерафинированное масло зверобоя, полисорбат 80, эфирное масло горького миндаля, мерные весы электронные, а также у нас в составе скраба будут присутствовать такие натуральные ингредиенты, как кофе, соль, сахар, мука овсяная, кукурузная и рисовая. Мы добавляем сейчас в наш скраб жидкое базовое масло. И также из расчета 15% по отношению к 100 грамм жидкого масла мы добавляем полисорбата 80. Также эфирное масло миндаля. Оно достаточно концентрированное, поэтому нам понадобится небольшое количество масла миндаля. Перемешиваем теперь тщательно нашу смесь. И визуально смотрим, чтобы скраб не был слишком жидким, но и не слишком сухим, чтобы он легко наносился в душе. Этот скраб очень полезен для кожи. Он будет питать, насыщать витаминами, использоваться как 3 в 1. Скраб, мыло и крем увлажняющий. Он очень экономный. После принятия с ним ванны мы просто легонечко обтираемся полотенцем и в течение 5 минут питательные масляные вещества полностью всасываются кожей. И мы получаем в итоге чистую кожу и при этом увлажненную. По консистенции еще можно добавить жидкого масла и полисорбата. Ну вот, эта консистенция практически идеальна будет для нас. И сейчас я запакую этот скраб в дойпак пакет и покажу вам, что в итоге получилось. Вот такой у нас в итоге получился скраб. Очень ароматный. Очень хорошо очищает кожу, увлажняет и оставляет просто чудесный аромат. Его очень удобно хранить в дойпак пакетах. Все ингредиенты для скраба вы можете найти на сайте Мылоопт. Экспериментируйте с составляющими. Всем удачных рецептов и всем пока!